Рядом с одним из самых посещаемых мест в Хорватии и о Плитвицких озерах находится городок Слунь. Увидев в интернете пейзажи окрестностей города, мы захотели непременно туда заглянуть. Очень симпатичное место. Мы находимся в городе Слунь, и это часть деревни Ростоки. Здесь много водопадиков и мельниц. Скоро вы их увидите. У-ху! Что это за уху было-то? Здесь так прям мило-мило и красиво, как будто попал в селение хоббитов. Самые красоты находятся в старинном селении Ростоки, входящем в состав города Слунь. Сереже не давал покоя вопрос, как они живут при постоянном шуме воды. Наверное, получше, чем те, кто живут, например, возле Ленинградского шоссе. На территории есть даже мини-музей. В Ростоке есть несколько кафешек и пару ресторанов. По Слуни мы слонялись где-то полдня, и нам там очень понравилось. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!